Ой-о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 й
Вот это вот. Бомба. Привет, друзья. Первое в этом сезоне рыбалка в мороз. Решил выйти в обед, потому что только приехал. Вот. И решил все-таки сходить порыбачить, так скажем, на вечерний выход, надеюсь. Но еще несколько тестов у меня в эту рыбалку предстоит. Рыба не главное, конечно, ее хочется поймать, но это не главное. Мне для завершающего теста, чтобы сделать обзор на катушку Хигаши, надо ей порыбачить в мороз. Посмотреть, как она себя проявит. Первое. И второе, купил перчатки. Такие прорезиненные, типа написано минус 40 китайские. Тоже протестировать. О, а на море-то витерище такой знатный. Ну и уже с шуруповертом сегодня. Вон там лежит уже с шуруповертом. Буду все переходить на шуруповерт. По крайней мере, в этих краях. На водохранилище. Хватит. Руками до Нового года побурили. Теперь будем техникой, так скажем. Все, друзья, пришел на место. Сейчас буду раскидываться. Никого вокруг нет. Несколько человек ближе к берегу. Короче, все морозы испугались. А я буду сейчас рыбачить. Надеюсь, что много бурить не придется. Я сразу найду рыбу. Одену викинга. Большого. Посмотрим, что будет. Метра. Проверяем наличие рыбы. Говорят, окунь сейчас пассивный, поэтому поставил викинг в том числе, потому как он более такое плавное какое-то опускание у него. Посмотрим, будет ли рыба вообще. Есть. Есть поклевочка, друзья. О, хороший. Поднялся с пол воды. Глухой кушок. Мой викинг любимый, мой родной викинг. Вот такой теплый аж, непривычно. Надо сейчас китайские перчатки одеть. Поднялся прям так бодро, атаковал вообще. Проверенная точка, ловил я здесь не раз уже, даже в этом сезоне получается. Другие пробую задевать. Сейчас посмотрю. Вот такие перчатки. Они есть минус 30, минус 40. Я думаю, примерно одинаковые. Сейчас одену, посмотрим, будет тепло у них или нет. Их, в них и рыбу брать удобно. Единственное, что неудобно, этот, как его, что-то делать, потому что они такие дубоватые. Но, в принципе, нормально. То есть, с учетом того, что сейчас обед,
Может, после 2 часов. Будет и лучше. Буду, наверное, рассматривать вариант, что на левой руке будет такая перчатка, а на правой все-таки та. Чувствительность не то с этой перчаткой. Но, в принципе, посмотрим. Ой-о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 й, как всёк-то. Ой-ой-ой-ой, друзья. Вот это вот бомба. Это бомба. Это кто-то здоровый. Ой-ой-ой-ой-ой, прям видно было в эхолоте. Фрикцион как работает. Давит, 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 давит. Ах. В лунку не входит. Ой, это кто-то. Это, наверное, трофей мой, друзья. Ой, бляха-муха. Ой, бляха-муха. Вот это. Вот это да. Блин. Блин. Я в шоке. О, боже мой. О, боже мой, это ясь. Огромный ясь. Блин. Вот это борьба. Вот это тест удочки, катушки, фрикциона. Всего. А, я не верю своим глазам. Я был уверен, что это не окунь, потому что вот бил как ясь, просто боялся сглазить, что-то крупное было. Офигеть! Офигеть! Ради такого вот я должен был просто прийти сюда в мороз. Вот ради такого, друзья. Вот ради такого. Блин, это трофей. Это трофей. Какой он здоровый. Сразу корка льда покрывается. Ну все, рыбалка состоялась. Рыбалка состоялась. Блин, и прям... Прям всек-то вот. Прям краешек губы был всек. Ё-моё! Ё-моё! Весь уже во льду. Да. Я не верю глазам своим, друзья. Это просто монстр. Офигеть. Фу. Фу. Фу, как он подошел. Я стал выжидать. Подсекаю. И чувствую там фу, что-то прям. Фу. Ай да викинг. Ай да мой викинг. Вот это вот да. Поднялся тоже с полводы. У дна никто не реагировал. Не знаю, есть ли кто-то. Еще бы таких парочку, и я домой пойду. Вот реально. Вот это борьба. Фрикцион отработал просто отлично. Чуть-чуть и слабину давал ему. Какой тут монстр ходил, блин. Ну, где-то двушка, мне кажется. Потом взвесим. В конце видео обязательно взвешу. Время сколько? Время 15 минут второго. Вот так вот. А я еще шел там. Мне знакомый рыбак такой говорит, что-то ты поздновато. Я говорю, ну вот так вот смог только сейчас.
Если вы заметите, то на правой руке у меня уже надета рукавица. Мороз начинал давить. Ну и левая рука потихоньку начинала промерзать. Все-таки это перчатки не для такого мороза. И то, что на них написано минус 40, все это, конечно же, вранье. Надо будет еще потестировать эту перчатку в средних температурах в районе минус 15 и посмотреть, как это будет выглядеть. Но в любом случае основными перчатками для меня будут те, которые я практически не снимаю на рыбалке. Нормально. Рука согрелась, конечно. Неудобно ей что-то делать. Вот это удобно, кстати. Вот такой. Пусть подмерзнет тут. Копеечку вмякнуть кружку. Да, погодка, конечно, суровая. Сегодня ночью будет вообще за 30 градусов мороза. Сейчас еще, блин, домой идти к берегу. Будет ветер прямо в лицо, жесть. Кофеёк, кайф. Ну что ж, друзья, с учетом того, что камера села, поднялся сильный ветер, сейчас тут будет усиляться и ухудшаться погода, я принял решение идти домой, потому что все-таки здоровье поважнее будет. Так, сейчас я быстренько хочу что сделать. Взвесить рыбу и уже пойти домой. Сейчас взвесим. Посмотрим, сколько будет весить. 2 килограмма почти. 1,9 кг. Вот так вот. Он скачет туда-сюда. 1,9 кг, короче. Вот такой вот классный трофей. Ну что ж, а в завершении видео будет кулинарная рубрика. Из этого трофейного язя я решил приготовить котлеты. После того, как я распотрошил его, оказалось, что там очень много икры. Я, конечно же, засолил ее. Вы не представляете, как это вкусно. Да и на вид она получилась, как красная икра. Ну что ж, приступим к приготовлению непосредственно самих котлет. После отделения филе вы прокручиваете мясо 3 раза в мясорубке. Добавляете 3 средние луковицы, 2 куска хлеба вымоченного в молоке, соль и перец по вкусу. Формируете сами котлеты и прожариваете.
Ну а на гарнир может быть все что угодно. Приятного аппетита. Ну что ж, ребятки, рыбалка была скоротечная, но очень эмоциональная. Получил кучу эмоций, удовольствия вытаскивая этого 2-килограммового езя. На этом я с вами попрощаюсь. Ходите на рыбалку, и будет вам рыба. Всем пока. До новых встреч.